Сейчас такие люди кажутся фантастикой. Но эти люди реальны. И этот портал, он до сих пор работает. Он до сих пор открыт. Закрыт еще один портал в глубине пещеры, немножко внизу под землей. Но ему еще пока не время. А вот этот портал уже сейчас становится открытым. И те, кто проходит через этот портал, обретают сознание будущего, они перемещаются физически. Физическое тело остается на месте, за ним не нужно волноваться. Но сознание человека, попадающего в этот фрактал, становится сознанием человека будущего и следующего измерения. И каждый, кто готов переходить в пятое измерение, может сюда приходить. И становясь в этот портал внутри, откроется это измерение. Необходимо сидеть спиной к камню, находиться в полном одиночестве. И ровно сутки здесь должен провести человек, чтобы полностью перейти в пятое измерение. Он станет человеком будущего. Так работает этот фрактал. Его сознание будет другим. Тогда те, кто придут в этот фрактал, они пойдут к другим. И будут нести энергию этого фрактала и передавать ее другим. И с каждым к ним, с кем соприкоснутся эти люди, тоже станет иным. Иные станут другими. Другие станут иными. Станет единым полем через это фрактальное поле. Очень сильный фрактал. Фрактал наполнит им единство. Thank you.
Дорисовал дождь, и можем присматриваться к этой картине и видеть, какие рисунки делает сама природа. Сам дождь, он тоже поучаствовал в этом творчестве и оставил свой след. Потому что вода — это живой организм, и это точно так же, как бактерии, так и вода. Это же все живой организм, единый. И этот живой организм, он с нами связан единым сознанием. Вода на планете Земля связана с нашим сознанием. И то, насколько чистая на планете вода, отражает, насколько чистое у людей сознание. И то, насколько грязная у людей вода, отражает, сколько грязи в их сознании. И это все напрямую связано. И об этом вот здесь рассказывал дождь. Через эту картину можно будет послушать, как рассказывает нам дождь, как он говорит с нами о том, что
вода и сознание человека едины. Эта картина называется «Пачамама». И Пачамама – это глубокая связь с землей, с матерью землей, с матерью богиней. И Пачамама – это дверь в следующее измерение, в пятое измерение. И об этом моя картина. Картина, которая перемещает сознание человека из прошлого в сознание будущего. И эта картина и есть перемещение в пространстве времени. И можно взаимодействовать с этой картиной и приходить в пятое измерение. И становиться человеком будущего. И человек будущего уходит к остальным иным. И там иные становятся тоже другими. И каждый, кто принимает энергию этой картины, может передавать ее другим. И весь мир становится единым, и нет разницы между иным и другим. И об этом моя картина.